Всем привет, друзьям и подписчикам. Сегодня у вас еще ознакомлю с одним сайтом. Называется Express Wallet. Регистрация здесь легкая. Пройдете регистрацию, заполните логин, рабочую почту, пароль и зайдете вот на такой сайт. Сайт работает уже прилично. Пользователей уже 540 тысяч. Плюс 133 до сегодня. Фонд проекта. 135 миллионов. Сайт работает. Работает давно. Я его проверил. Вот теперь решил опубликовать. Но так как я зарегистрирован, перехожу я на этот сайтик. Сейчас зайдем. Вот уже и зашел. И копчу не решил, зашел. Вот такой будет у вас рабочий стол. Вот личный кабинет у меня сейчас. Вот 7.36. Накачалось денежек. Майнинг. Основной баланс вот рубль 59. Но недавно я выводил. Так что выводить я не буду. Вывод работает. Можно в истории, конечно, посмотреть. Здесь как зарабатываю? Увеличивать скорость. Вот у меня 14.10. Скорость. Вот с сегодняшнего дня с утра у меня 7.36 набежало. Вернее, даже с ночи. Ночью я выводил. Ну как выводил? Пополнял скорость. До этого выводил. Вот можно посмотреть истории. Зайти глянуть. Рефералы у меня пока 5 человек зашли. Но пока вроде как и не активные. Вот покупка скорости у меня 1.1. Это по 10 рублей. Выплата средств. 20 рублей вывел. Покупка скорости еще 10, это бесплатно дали. И на 100 рублей я пополнял. Покупка скорости 1 на 10. Все у меня вылазит, здесь мешается. Вот такая, в общем. Здесь есть биржа рефералов. Вот пакеты, может 5 рефералов купить. 20, 50, 100. Ну вот стоимость рефералов. Есть здесь серфинг. Серфинг вам расскажу. Серфинг дорогой здесь. 4-5 копеек. И до 9 копеек есть. Ну, разные. В зависимости. Как повезет. Вот я сейчас подтвержу капчу, зайду. Вот серфинг. Вот 1.0. 5 копеек. 5.4. Вот просмотришь, потом опять серфинг нажмешь. Но он появляется, серфинг. Вот я сейчас вам покажу. Даже могу вам сказать фишку. После часу ночи его бывает прилично серфинга. А днем вам вот покажут один, потом через 10-15 минут еще серфинг. И так в течение дня по 5, 6, 8, 9 копеек тоже. Ну, набирается нормально. Если вы сидите целый день, допустим, на сайте. Или, ну, вообще здесь. Вам майнится и зашли, посмотрели. Опять ушли. А так здесь за счет майнера скорости денежки набираются. Сейчас я покажу. Вот. Решите капчу и денежки зачислятся. Вот 4 звездочки. У меня сегодня интернет не очень быстро работает. Ну, покажу все вам. Вот сверху нажимаешь. Еще на зажал. Да, у меня медленно. Ну, ничего. Вот, новая порция серфинг для вас еще формируется. Пожалуйста, попробуй через 10-15 минут. Ну, вот так вот. Можно. Пройдет еще, зайдете еще. Вот. Посмотрели. Вот сейчас прибавится. 1.64. Вот это собрать прибыль, собираете все вам на баланс. А это пополнение, это рекламный, можно пополнять, увеличить скорость. Сначала сюда пополнить, увеличить, или можно собрать прибыль и с основного также увеличить скорость. И вот по десятке я увеличиваю сейчас. 20 снял, попробовал, да, быстро выплата идет на PR кошелек. Сейчас я это уберу тоже.
В течение нескольких секунд быстро переходит. Вот тоже опробовал. Потом есть здесь конкурсы. Это по приглашению рефералов. Тоже конкурс хороший. Но тут надо много пригласить рефералов, и чтобы они были активны. Конкурс выиграть, конечно, сложно, но... Ну, можно. Вот у вас пока у меня 0 активных рефералов. Хоть 5 человек зашли, но не пополнили ни на десяточку, ни на рубль, ни на сколько. Такие вот пришли, может, не знаю. Просто зашли посмотреть. Может, просто ждут, когда майнинг у их намайнит рубль. От рубля здесь вывод. Вот также здесь есть биржа рефералов, показывал. Партнерская программа. Это вот как раз ваши здесь рефералы будут. Сейчас я вам покажу и программу партнерскую. Да, что-то он у меня-то тормозится. Второй раз нажимаю, вот то грузится. Серфинг здесь приличный. Я говорю, вот я обычно зайду после часа ночи. Раз там серфинга десяток, 15, 20 бывает серфинга. Вот она, партнерская программа. Почитайте здесь. Пятиуровневая. 20, 10, 3, 2, 1. Можно за счет рефералов. Если умеете приглашать, приглашайте, за счет их может тоже зарабатывать. Вот, вот эти проценты. Вот мои рефералы зашли. Вот. Прибыль 0. Рефералов не пригласили. Ну и, как говорится, пока тишина. Вот здесь будет ваша ссылочка. Главное, персональная ссылочка на вашу страничку будет. Вот такие вот. И можно перейти рекламные материалы. Здесь ваша тоже ссылочка будет. Вот она. Персональная ссылочка и баннеры. Есть баннеры 468 на 60, 728 на 90, ну, 125 на 125. Ну, на буксы вот этот, не знаю, там 100 на 100, он, наверное, не влезет. А вот эти можно рекламировать. Ну, самый ходовой в основном это 468 на 60. 200 на 300, как я смотрю, здесь нету. Есть техподдержка, историю я вам показывал. Вывод средств, вот оно, пополнение баланса здесь. Серфинг, конкурсы, ну и все здесь, в принципе. И настройка аккаунта. Настройка, зайдете, настройку сделаете. Вот вы кошельки свои здесь заполните, у кого какие есть. Здесь, ну это почта сразу при регистрации. Если нет у вас Pair кошелька, можно здесь зарегистрировать. Могу я вам тоже ссылочку оставить под видео. И кошелька, допустим, и ссылочку на этот сайт. Ну вот здесь можете установить аватарчик свой. Здесь посмотрите, 100 на 100 пикселей, 100 килобайт. И посмотрите, какие здесь PNG, GIF, GIF, то есть и посмотрите, какие можно здесь вставлять аватарки. И запрещено аватарки эротического характера. 18+. Ну, если там обнаженных, то нельзя. Так, купальники-то можно, допустим, красивую женщину, девочку ставить. Ну, в пределах разумного. Ну, вот такой вот сайтик. Регистрируйте, приходите по ссылочке, приходите в команду. Будем работать с командой. Набирайте рефералов. Сайт платит. Вывод я вам показал в истории. В Pair'е сейчас не буду искать. Вывод моментальный. Ну и все. Всем пока-пока. Ссылочка будет внизу под видео.